Друзья, всем привет! Вы на канале Squad Workshop. Меня зовут Андрей Миповский. Многие меня знают как Мипоша. И сегодня мы рассмотрим новую доску Squad. И сегодня мы рассмотрим новые доски Squad 2024 года. Расскажу вам все самое полезное об этих досках. Ну и расскажу вообще, как она. Самое главное, что нужно знать об этой доске, это то, что она твинтипная. Твинтипная, что это значит? Это означает то, что у нее nose такой же, как и tail. И колесная база находится на одинаковом расстоянии, то есть и nose, и tail. Это нам позволяет, получается, ехать любой стороной, то есть вперед. То есть сделал шовит, доска будет абсолютно так же щелкать, и не нужно как бы париться, там, делать обратно шовит, чтобы ее в нужное положение перевернуть. Досочки Squad у нас производятся на заводе DSM. Этот завод входит у нас в Dwindle Distribution. Эту компанию основал Родни Малин со своим лучшим другом. Ну и как бы этот завод отвечает всем европейским качествам досок. Досочки супер свежие, холодный пресс, эпоксидная смола. Все как надо. У меня уже были доски с твинтипным форм-фактором. Это была Deathwish Pro модель Jamie Foye 8.5. Мне, если честно, она не очень зашла, но вот эта досочка очень даже неплохая, потому что она супер свежая, а ничего у нас получается. Они в конце апреля были сделаны, ну как бы они прям щелкают на уровне, прям реально. Были такие моменты, когда я щелкаю, и у меня прям доска очень высоко подлетает, и я прям не успеваю ее поймать. И вот это, наверное, очень сильно чувствовалось на Bigger Flip Front Board, когда я делал. Я прям перепрыгивал на Front Blunt, получается. Вот. Эта досочка зайдет как новичкам, так и опытным скейтерам, потому что новички у нас что любят делать? Ну, крутить шовиты. И я думаю, каждому знакомо это чувство, когда ты делаешь шовит, и у тебя доска как бы едет, и еще щелчок как бы по-другому чувствуется. Вот. С этой досочкой париться не надо. То есть, делал шовит, можешь ехать дальше и не париться над тем, что у тебя трюк полетит как-то не так, то есть, ну, не так щелкнешь. А опытным почему она зайдет? Ну, вот, например, сделал там фронтсайдик, ну и в свече получается щелчок абсолютно тот же самый, можно тоже не париться. Сегодня я покатался в замечательном скейт-парке Сабаба, пару часиков затестил эту досочку. Ну, поначалу мне нужно было привыкнуть к ней, потому что предыдущая моя досочка была как бы обычного форм-фактора, вот, с непривычки начал прощелкивать, так скажем, не доставал до этого, до пола. Эта досочка мне очень зашла, очень хороший щелчок, она супер свежая. Но от обычной доски она, если честно, мало чем отличается, вот только как бы ноузом и тейлом одинаковым, и все. То есть делаешь какой-то трюк, там шовит, можно ехать дальше. Там бигспин, шовит, ванэйдж, щелчок будет всегда один и тот же. Эту и другие доски Squad вы можете купить в розничных магазинах Squad, на сайте Squad. По ценнику она пониже, чем другие европейские доски, а по качеству, ну, прям правда, ну, не уступают, вообще ничем не уступают. Щелчок такой же пушечный, я думаю, она и прослужит очень долго. Друзья, всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, на что нам в будущем сделать обзорчик. Пишите, понравился ли вам сам обзорчик. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Андрей Мипоша. Всем пока!